Меня зовут Тим. У меня лучшие в мире родители. Проснись и бой! Ты идешь со мной на работу. Правда? В семье Темплтонов нас было трое. И все было прекрасно до одного рокового дня. Тим, смотри, кто здесь! Тим, это твой младший брат. Да он весь дом оккупировал! Вы не видите? Он носит костюм! Он как маленький взрослый. Таскает за собой портфель! Что, больше никто не считает, что это, ну, не знаю, слегка ненормально? Ты не расставался с ягняшкой, пока тебе не исполнилось. Ягняшка тут ни при чем. Поверь, однажды ты полюбишь его всем сердцем. Ни за что. С родителями дело продвигается очень успешно. Да, да все стандартно. Недосыпание, голодная забастовка. А у них уже голова кругом идет, да. Но пацан, кажется, подозревает. Руки вверх, мой косой! Покакал! Все, пацан нарисовался. Ты говоришь! Гу-гу-га-га! Нет, ты нормально говоришь! Ладно, я умею говорить. Умеешь ли ты слушать? Принеси-ка мне двойное эспрессо и найди поблизости нормальный суши-бар. Я сейчас убить готов за ролл с острым тунцом. Ну и купи себе что-нибудь на сдачу. Кто ты такой? Ну, скажем так, я просто босс. Вот увидишь, мама с папой все узнают. Подзарядка! Так о чем мы?